Всем добрый день! Сегодня я хочу предложить вам маску, которую можно надевать, если вы носите очки. Все знают, кто очки носит, что очки запотевают, потому что воздух теплый поднимается кверху и получается на очках туман. Благодаря такому покрою маски тумана на очках можно избежать. Эту маску можно сделать очень легко. Для этого вам понадобится только тарелка. Такой покрой я нашла в интернете, мне он очень понравился. Надеюсь, и вам понравится он тоже. Главное, не нужно делать сложные лекала. Для этой маски я выбрала такую вот ткань, мне нравится через нее хорошо дышать. Поэтому будем кроить из этой ткани. Ткань нужно сложить лицевой стороной внутрь. Теперь прикладываем тарелку. Тарелка у меня диаметром 20 сантиметров. Если нужно сделать маску чуть меньше, значит тарелка должна быть соответственно сантиметров 18 в диаметре. Прикладываю тарелку и обвожу ее. Получился вот такой круг. Теперь ткань нужно закрепить булавками. И вырезать. Получилось у нас две заготовки. Кладем их так к себе, как будет рисунок. Вот маска у меня будет вот так, значит рисунок кладу вот таким образом. Теперь булавки убираю, они будут мешать. Складываем заготовку пополам. И откладываем от верха вниз 6 сантиметров. Теперь кладем линейку таким образом и делаем вот здесь метки. Теперь вот так вот с этой стороны тоже делаем метку. На таком же расстоянии, вот видите, вот и вот. Разворачиваем. Теперь нужно прострочить вот от этой метки на 0,5 до этой метки. Потом от этой метки прострачиваем тоже на 0,5 до этой метки. Закрепляю булавками. Чтобы ткань не ерзала.
прострочила. Теперь здесь нужно сделать насечки, 3-4 насечки, чтобы при выворачивании здесь не было утолщений. Теперь заготовку нужно вывернуть. Теперь ее нужно отутюжить, вот эти швы, чтобы не было заломов. Швы хорошо расправляем. И отутюживаем. С этой стороны то же самое. Теперь вот этот край нужно подогнуть внутрь. Чтобы получился ровный край. Вот так вот. И тоже заутюжить. С этой стороны сделать то же самое. Подгибаем края ткани внутрь. Прячем их. Смотрим, чтобы здесь было все ровно, и заутюживаем. Теперь нужно взять два куска резинки. Я брала 18 сантиметров. Теперь нужно их вставить. Вот так вот и закрепить. Я закрепляю нитками. Вот таким образом нужно их закрепить наметкой. Узелки я не делаю, прячу край резинки примерно на 1 сантиметр. И вот таким образом закрепляю. С этой стороны делаю то же самое. Все. Теперь нужно сделать строчку на 0,1, вот отступаем от края 1 миллиметр и делаем отстрочку полностью вот так. На резинке делаем обязательно закрепки, чтобы резинка потом не выскочила. Все прострочила. Дальше проутюжила. Это у меня лицо, ну, в принципе, здесь без разницы, где лицо, где изнанка, сами выбирайте.
Так, если у меня это лицо, значит, переворачиваем наизнанку и подворачиваем вот эту кверху до резинки. Здесь и здесь, вот так. Заутюживаем. Это изнанка. Получается, это изнутри будет. То же самое делаем с этой стороны. Тоже подгибаем до резинки. И тоже заутюживаем. Теперь находим здесь середину. Делаем меточку. И здесь середину. Тоже делаем метку. Находим середину здесь. Здесь и здесь меточки маленькие. Теперь берем тарелку. Смотрите, как она хорошо ложится. Видите? Отсюда, отсюда и сюда. Типа лекала. И по этому лекалу делаем дугу. Такую же дугу делаем с другой стороны. Вот метка и сюда делаем дугу. Теперь нужно прострочить. Вот по этой линии получается вот такой листочек. Нужно сделать строчку. Вот строчку я дала. Все, маска готова. Вот. Вот такая маска. С этой стороны она вот такая. Это внутри она вот так выглядит. Поэтому, когда надеваешь ее на лицо, здесь она хорошо закрывает нос, а это хорошо ложится на подбородок. Вот такая маска. Она хорошо ложится на лицо. Прилегает хорошо. Такая форма позволяет маску надевать на любой профиль. Здесь вот место еще остается, поэтому у кого нос большой, также можно натянуть. Благодаря вот такому покрою при выдыхании воздух не выходит через верх, и поэтому очки не запотевают. Мне такая форма маски очень нравится.